Здравствуйте. Ну что? Кто у нас самый главный в семье? Пошли. Кто вас зачем? Поздоровайся. Здравствуй. Поздоровайся, сына. Пускай отдыхает. Ну как квартира? Александр Владимирович, спасибо огромное. Спасибо вам огромное. Нравится? Все устраивает. Все хорошо. Получай водички, а не водичка. Сколько вам? Там не нужно. Дорогие земляки, хочу сказать спасибо всем соседям этого дома за то, что собрали мебель, так семью встретили. Одно знаю, какие все наши враги не были сильные, пока нас мы вместе, нас никто никогда в жизни не победит. Таких семей на самом деле много, но случай у них совсем другой. И отношение к вашему было очень, ну, мне уж приятно, я же за сердце дрогнуло. Так встретили. Еще раз спасибо. Я, честно, горжусь вами, горжусь, что я на этой земле родился. А мы большое вам огромное спасибо. Я очень переживала внутри, конечно, все. Когда я увидела, знаете, вот как действительно родной человек. Особенно, когда он меня обнял и сказал, что все будет хорошо. 10 лет вообще жила в Ясиноватой. Когда начались сильные боевые действия, в 2014 году полтора месяца пробыла в подвале, беременная, с больным ребенком. Потом начались вторые, вот когда вторая волна, было принято решение переехать в Донецк, снимать жилье, потому что... Ну, мне дети позже не вынесли. У меня и так у сына начались судороги из-за этого, из-за этих баханий. Ну, обратилась я на прямую линию к Александру Владимировичу Захарченко. И вот, ребят, действительно мечты сбываются. Но основная моя мечта, чтобы моему ребенку помогло. Все-таки операция прошла успешно. Но Александр Владимирович меня заверил, что все будет хорошо. Ребенку 9,5 лет. Нам везде отказывали от операции, ну, боялись брать. Ну, есть такой волшебный доктор Зиенко Дмитрий Юрьевич, который именно профессионал по гидроцефалии. Александр Владимирович говорил, что он лично разговаривал, и он берется делать. И сказал, что дает 95% гарантии, что он освободит место для развития мозга, и у меня ребенок будет полноценным. Это на прямой линии, да, было обращение. Виктория обратилась, ребенок. Помощь в операции оказали, я буду оперировать в Москве. И квартиру, она сама жительница Ясиноватой, дом полностью был разрушен, но квартиру получила в Горловке. Все ли условия есть в квартире? Квартира хорошая, светлая, теплая, и вот, ну, Виктория довольна. Которые нуждаются в жилье, которые лишились полностью за боевые действия? Ну, знаете, это тысячами измеряется. Тут с каждым днем добавляется. За прошедшие сутки мы потеряли 16 домов. Из 16 домов мы потеряли 6 восстановленных.